Молодец. Ну, здесь на хорошей амплитуде. Два винта, кстати говоря, первый раз зашла этот прыжок очень Влада. На что хорошем таком уровне очень. На чемпионате России она не очень так была в форме, честно говоря. И выглядит она сейчас намного интереснее, чем на чемпионате России. И там прыгала всего лишь винт. А здесь, вот, два. Пожалуйста, да. Это на целых 0,8 выше по трудности. Молодец, просто молодец. Мы ее за первый прыжок просто похваливаем. Да, ну, естественно, надо похвалить обязательно тренеров и Фудимову Казакову. Угу. И, кстати говоря, Владимир Викторович Фудимов тоже здесь на арене присутствует. Директор Рашовской школы. Ну, я думаю, нужно. Тем более у них здесь, по-моему, будет президиум деловой. Ну, да, федерация гимнастики. Да, состоится завтра. Пользуется моментом, что все приехали. И будут, наверное, решать свои деловые вопросы. Так, ну, конечно. Тоже Владимир... второй прыжок готовит? Готовится, конечно. Ну, она такую первую попытку удачно показала, так что ей надо обязательно воспользоваться. Владислава, да-да, у нее всегда, я помню, ее назвала как-то Влади, меня поправили на Владислава. Еще раз извиняюсь, если неправильно. Ну, Влада, она же это ну, Влада такое, покороче, можно. Но у нее брат Влади, Влада как-то. Вот они двое, вот с очень созвучной фамилией, сейчас немножко так, позабыла. Давайте второй прыжок посмотрим. Стоять!